для меня, ну, как бы для каждого человека, любой другой, ну, то есть любой город, он... Вот что-то там есть в одном, вот из-за чего бы я поехал бы. Для меня это София, безусловно. И в Стамбуле очень много, то есть и голубая мечеть, она колоссальная. Она, ну, в ней тоже ее можно ходить рассматривать часами. Но она мне, ну, как говорил Лукашенко, я французов не люблю. Бельгийцев не люблю. Я белорусов люблю каждый день. Ну, как бы для кого-то, конечно, голубая мечеть, она, может быть, имеет более такую что-то значимость. Для меня это просто красивое сооружение, которое построили в пику Софии, чтобы показать, что вот это круче. Угробили весь бюджет, потому что ее построили с мрамора. Ну, мрамор на море добывали этот мрамор. И это была основная часть дохода в казну, это продажа этого мрамора. А когда мрамор перестали продавать, а стали из него строить, казна опустела, войско нечем было содержать, и их завоевали. Ну, если так, в грубо. Но построили. Мне, например, там больше минаретов, чем положено, потому что должна быть самая большая, и минаретов побольше. Там есть лишнее. Но она тоже колоссальное сооружение. Но София, она другая.